Один, этот светильник сейчас в процессе разработки. Вот это очень модерный светильник, который в этот момент хит в Западной Европе. Он очень эффективный, около 100 люменов на ватт. И кроме этого мы пользуемся специальной MPO диффузор, это Microprism Optic Diffuser, который сгибает свет только на 60 градусов. С этого мы без затраты света получаем очень маленькое ослепление, меньше чем 19. Комфорт в людях в комнате очень большой с этого светильника. Сейчас он в процессе разработки. Я надеюсь, что до конца ноября он будет на рынке.